Шымкентцы бесплатно переучат более 1600 безработных. Им предлагают получить востребованную на рынке труда квалификацию. Предприятия города нуждаются в швеях, сварщиках, кондитерах, строителях. Новую специальность люди смогут освоить за 3 месяца. Все это время государство будет выплачивать им стипендию. В основном учебные центры разворачиваются сразу на заводах и фабриках, ведь профессиональное обучение чаще всего проводится под заказ конкретного нанимателя. Ученики на практике погружаются в новый для себя процесс. В центре занятости пояснили, если вдруг профессия окажется не по душе, можно будет попробовать еще раз. Безработным, которых официально в мегаполисе 16 тысяч человек, также предлагается воспользоваться и другими программами. У нас кроме обучения, у нас есть другие меры. То есть временные рабочие места есть и постоянные рабочие места, обучение бизнес-поставу. Поэтому у нас сейчас по плану 33 500 человек в этом году. Достаточно у нас вакансий.